30 апреля 1945 года советские войска продолжали тяжелые бои за Рейхстаг. Разведчики 150-й стрелковой дивизии Егоров и Кантария водрузили над Рейхстагом Знамя Победы. Это было историческое событие. Маршал Жуков вспоминал: командующий 3-й ударной армией генерал Кузнецов немедленно позвонил мне и радостно сообщил: на Рейхстаге красное знамя. Ура, товарищ маршал! До победы оставалось 9 дней.